Россиянин спасал кошек из подвалов и попал под уголовную статью. Житель столицы Алексей Тихомиров, вскрывавший ломом продухи подвалов ради спасения кошек, стал фигурантом уголовного дела. Об этом рассказала на своей странице в Фейсбуке журналист Марина Ахмедова. По ее словам, мужчину обвиняют в угрозе убийством. Статья 119 УК РФ. Жильцу дома по имени Анатолий, пытавшемуся отнять у активиста лом и помешать спасению замурованных животных. Так вот, Толик попросил за мировую 200 тысяч рублей. У Алексея таких денег нет, отметила она в другом посте по этой теме. Инцидент произошел 10 декабря 2017 года. Как пишет журналистка, в постановлении о возбуждении уголовного дела указано, что между Тихомировым и потерпевшим вспыхнула ссора на почве личных неприязненных отношений, в ходе которой первый стал словесно угрожать убийством второму, размахивая ломом. Ахмедова описывает другую версию событий. Мужчина напал на Алексея, пытался отнять лом. Алексей лом не отдал, и в процессе потасовки мужчина получил тычок этим ломом в грудь. Позже результаты осмотра в травмпункте покажут, переломов нет, только ушиб, рассказала она. В конфликт также вмешались родственники жильца, возмущенного попытками спасти кошек. Они избили и Тихомирова, и девушку, обращение которой было поводом для его приезда. Причем один из напавших представился полицейским. Перейти в мою ленту, новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.